Агиман там сразу на 10-й чек. Хоп. Пацаны, я поехал. Нет, Аркони! Ола, амигасы, вечер добрый, Квантум, с вами Паштет, с вами и с вами Агиман, и добро пожаловать, это Волрайды в GTA 5 онлайн, старые добрые, поехали. Старые добрые. Агиман, как всегда, потерялся, он, наверное, поприветствовался, но его не было слышно, типичная лодкоуправляемая машина. Обожаю, типичный поворот первый, все въебались друг в друга. А я поехал первый, меня никто не трогал. Еман, там что сзади происходит за мясо? Надо догнать подумца и потрогать его. Не надо трогать. Заявление напишу в полицию, на тебя мясо несу. Заявление кого? Ты что, Шурыгина, что ли? Я тебя еще на дачу не приглашал. Я не поеду к тебе на дачу, да хватит меня, ах ты ж. Ах ты ж, мурла, кусок за... Ах, бляха, муха. Ой, а я третий? Я был первый, стал девятый. А, нет, все нормально. Это что, это гонка просто? Нет, это Волрай сейчас дальше будет. А, я 16 из 18. Так, я, короче, если что, не сражаюсь за какое-либо место. Тут бомжара, иди. Я всегда сражаюсь за первое. Да? Сражаться до конца всегда. Я на седьмом месте еду. Меня обогнали, потому что меня один раз занесло. Мы все решили перегнать. Опа, короче, выдавили одного. Ты кого-то перегнал? Да. Пиздец, ну я так и знал, что здесь так. Что такое за Волрайд? Это что за жесть? Ну, наконец-то Волрайды появились. Да. А то мне что-то в гонках я всем проебал, получается. Что это такое? Где здесь ехать? Я не понял. Нужно, короче, под каким-то таким углом заехать туда. Бля, мужик, ебаный в рот. Чтобы она заехала и вывезла вот этот апогей дурной. А кто-нибудь первую проехал вообще вот эту хрень? О, я заехал, я заехал. Я понял, по диагональке берешь и заезжаешь туда. Енотыч. Да-да. Бляха, там трындец вообще, пацаны. Это жесть, когда я говорю, что типа это легко будет, это жесть. Там под мостами по коллектору ливневому ехать потом. А ты первую-то проехал? Да, я первую проезжаю, у меня машина не вывозит, и скорости не хватает, чтобы заехать. Нужно прям... Вот у меня такая же беда, блядь. Слышь, там может лайфхак? Во-во-во-во-во, я понял. Нифига не понял. Я понял, как ехать. Да куда ты врезаешься в меня? Какая встречка? Аргони, ты чё, куда ты поехал? Блядь, там ебать, сколько ехать, вы чё угораете? Вы чё угораете, блядь? Это не вопрос, блядь, или куда мы едем нахуй? Я думаю, ебать. Проехал 15 секунд, думаю, все, пиздец, могу отдыхать, блядь. А там ебать, туда-сюда, наверх, вниз, направо-налево, потом заверни, потом перевернись, блядь. А, ты я, уже... кажется, понял, как надо ехать, чтобы она вывозила. А, ну-ка. А-а-а, я понял, пацаны, я понял, как ехать, чтобы она не падала вниз. Главное, чтобы не было встречки. Хорошо. Я Агиман там сразу на 10-й чек, хоп. Пацаны, я поехал. Нет, Аргони! Аргони, на прокачанной машине хмырь и шаг тебя нюхал. Пошел вон оттуда. Бляха, муха, я проехал, знаете, как далеко? Ничего вы не знаете. Бля! Я опять вот водичку. Ты прошел? Ну, что сказать, поздравляю тебя. Ну ты же понимаешь, как я прошел. Ну все, молодец, теперь жди, пока остальные пройдут. Пойдем, я помогу тебе пройти. Давай, 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 поехали, все. Айда, приезжай, конец, сейчас Квантума дернем, бляха. А куда ехать-то? Да я прошел, если бы не Аргоний, который в обратку ехал. Ну, бляха, почему он еще не прошел? Он там 100 лет сидит, этот Аргоний. И да. Все! Эта машина не прокачанная, поэтому она не ехала. Я понял, надо просто ускорение набирать. Агиман, можешь там людей поотвлекать на себя? Ну, в принципе, и могу. Ну, кто на... едет навстречу? Да за что? В том же самом месте! Сейчас, Квантумец, я там перегородку поставлю. Главное, чтобы машина прокачанная была. Видишь, что тачка у меня не прокачанная, это беда нафиг. Из-за этого. Так, главное, чтобы никто сейчас не выехал мне в лицо. Вот прямо во время движения. Один пытается, но... Хуёво пытается. Не очень, да? Кто за мной едет? Да. Что за звук? Или ты по мосту кто-то проехал? Понял. Пацаны, здравствуйте, я прошел, наконец-то я прошел. Да, я прошел. Я прошел на непрокачанной машине эту хрень, она не прокачана. Я прошел на непрокачанной тачке. Все, пойдемте вместе пытаться проходить это в обратном направлении. Давай. Не, в обратку проще будет ехать. Потому что людей будет меньше. Сочувствую тому, кто еще не прошел.
Нет, там на самом деле просто нужно было в переходах прям лавировать вверх-вниз. Ну, тяжеловато это делать. Не, просто там, слышишь, там потом в обратном направлении... Еман в обратку тяжело ехать тоже, по кстати. Там же вверх Еман. Надо херачить. А как ты говоришь, ты понял, как прижимать тачку? Ну, от первого лица удобнее просто. Сбоку тебя, блядь, голову надо как-то наклонять, чтобы, блядь, понимать, как ехать. Ну, кстати, согласен, согласен. Единственное, ну... только, блядь, обзор очень маленький. Ну, а тебе по-другому, зачем он нужен? Смотри, перед собой. Блядь, ебать, вот мне сейчас этого обзора не хватило, я в стену въебался. Ебать! Я летел по стене! Блядь! Все проехали, а гибал по стене! Блядь, мы полчаса дороги перекрывали, нахуя! Попытки, когда я проехал ебучий мост! А у тебя встречка была, что ли? Да, блядь! Да, я это сохранил, блядь, это пиздец! Как поменять команда, блядь? Блядь, Делюкс, твою мать, ну что ты наделал? Теперь пройти не можешь. Нет, не могу. Он меня, кстати, раскрутил, у меня турбинка свистит, посвистывает. Приятно, приятно, пусть так и будет дальше. Может быть, это мне поможет на самом-то деле пройти снова во второй раз эту хрень. Я поехал. Я поехал! Я проехал! Я сделал это! Я это сделал, нафиг! Все, мы прошли игру? Да, мы все прошли, поздравляем, вы прошли игру. Типа, все, да где вот это, типа, ребята, это был Волрайт. Нет, это был только был первый Волрайт. Так значит, мы еще не прошли. Еман, это было сложно. Кто бы мог подумать, что так сложно будет. Следующая гонка. Будет больно. Это снова волрайды огромные. Надеюсь, они будут попроще. У меня машина, к сожалению, снова не прокачана. У вас, наверное, тоже, пацаны. Посмотрим, что будет. Я такая же хуйня, да. Понятно, я такая же фигня. Уа, я старт просрал. Вот Лагиман видит. А я не... Я, чтобы тебя не сбить... А, сука! Ушел в сторону. Привет, Серега. О, я последний. Все как надо. Все по плану. Отлично, тебе надо. Еман, пацаны, вообще, ребята. Ух, нихуя, не сразу заносит. И куда я по полотну железнодорожному поехал? Можешь не быкать на меня, краснуха? Опа, капец. Я тоже начинаю отыгрывать позиции, значит. Ты какой едешь? Я десятый. Да, блядь, никуда! Второго? Ты чё там? Да, я уже 13, 14, 13. А, второго. Я думал, ты первый едешь. Ага, конечно. Я девятый еду, к примеру. Опа, я уже 11, все, Гиман. О, Волрайт. Я четвертый. Я второй, я третий, что? Я уебался. А тут волрайд-то, кстати, несложный, бляха, если не крутить рулем. Смотря по каким меркам, я уже... Ба, я еще взорвался, чего происходит? Валек не зашел, валек, бляха, ты бы сказал. Капец здесь машин. Бля, а вот тут опять, да, не сделали вот это? Мы сейчас опять будем зарезаться нахуй друг друга. А здесь либо встречки нет, поэтому забей. Да, забей, только ты ускоряешься, потому что у тебя этот есть. В одну сторону, что? У меня ничего нет. Да, ты понимаешь, что тут воздушный карман есть, когда ты прям так, за кем-то зацепи его. Или, ты по-любому врежешься в чувака, и так, он уйдет. Так, отпускай W и все. Так не работает. Бля, муха, я в лэп врезался. Бля, тут надо тоже от первого лица ебашиться. Ну, здесь, кстати, от первого лица ты моментально пройдешь. Я доехал до лэп. Вообще нефиг делать, это легкий волрайд. Вот это официально заявляю, что этот волрайд, трындец, какой легкий. Бля. По Гиман он даже проезжает 20% волрайда. Это бля, показатель, кстати. Сейчас вопрос, кто бля будет первый. Кто пройдет его первым? Вопрос. Я хочу быть я. Ну, я, скорее всего, я не буду, потому что уже много кто прошел. Он же не сложный, как я говорил. И поэтому... Да, блядь, почему я валяюсь? Главное не крутить рулем. Блядь. Да, блин, вот эти перекладки, переходки, пере... Да его, а куда дальше ехать? Обалдеть. А, чувак, лайфхачить оранжевый поехал. Умный, думаешь, сам? Не, нифига. Ребята, а смотрите сейчас в чатик нахуй. 3, 2, 1, ёпта. Кто тут самоуверенный нахуй? Чего? Сюда! Чего, блядь? Чё нафиг произошло? Это ты серьёзно сейчас? Получается, он прошёл. Это не видеомонтаж случайно? Это не фокусы? Не, он заплатил, я замонтировал. Не, я прошёл. Это птица, это самолет, нет, бляха, это паштет, я не могу вторую спираль пройти. А Гимана выкинула. Паштет прошел. Да. Я не сдаюсь, пытаюсь пройти. Мне сложно, не буду отрицать. Но я не сдаюсь. Аккуратней, блядь, ты прям на Потоникова едешь, Квантум.
Казалось бы, простое дело, проблем нет никаких. Уйдите с дороги, спасибо. Да он достал бибикать. Агрессивно бибикает на меня, за что я пройти не могу. Розово-серая хрень. Розово-серая хрень. Розово-серая хрень. И вот уже на финише я беру правей. Он и может выиграть его. Беру правей. Да пошла ты все, дрянь такая. Я не взял чекпоинт, я не взял его. Я прошел все и не взял его. Какого фига? Давай. Абсолютно, ехал ровно. Я уже в глазах репит, блядь. Да у меня тоже нафиг репит. У меня же все нафиг. Я сидеть не могу, жопа квадратная. 47 минут, блин. Я на 10-й говорю, что сейчас пройду. Я уже прохожу до конца его, доезжаю. В чем сейчас моя проблема? Людей нет, никто не мешает. Вы как хорошо проехал сейчас. Хорошо идешь. Правее. Давай. Да, это свершилось, дамы и господа. Хлопаем, подбадриваем нашего фаворита. Ура! Я это прошел, какое очко апокалиптическое. Данного мероприятия. Я приехал. 50 минут этого ужаса. Это было ужасно. Страшно. Очередная гонка. Надеюсь, это будет не так больно. У нас нет паштета, есть я и Агиман. Посмотрим, чем это закончится. Гонка на один круг, но надеюсь, будет не так больно. 3, 2, 1, поехали. Кстати, назад посмотри, там видно выезд прям с волрайда. Видишь? Да. Красиво. Ой, как приятно просто по ровной дороге ехать. Никаких тебе проблем. Емалус там пораскидывала. Я видел, как вас раскидала там. О, заезд на волрайд. Я участник этого события, слышишь? А, ты, да, стал инициатором данной встречи? Да. И куда ехать? Дальше катаемся по городу. Слушай, такое ощущение, как будто... Бляха, муха, чё у тебя за ощущение? Я тут по городу рассекаю этот с вейкером. Не бибикай на меня, я тебя не трогал. Бляха, муха, кто там? А это ты, Гиман, сейчас ехал в третий? Нет. Четвертый. Я, блядь, еду девятый. Как всегда, вон там Еман бомжара просто вылетает. Да у них у всех тачки прокачанные, блядь. У меня не прокачанная тоже машина. Ой, простите, господа, не хотел. Получается, тебе не надо, ты и так опасен. Ща, опасен. 40 минут один волрайд прохожу? Да, я сама опасность. Как же машина хорошо в повороты входит. Сделай ребятам ролик на полчаса хотя бы. Тут, блядь, сделай сейчас 3 волрайда по 20 минут. По 20 минут? А что получается ролик Еман на 60 минут? Типа 3 волрайда всего 20 минут, я имею в виду, будет. Сделаем хотя бы полчаса. Хорошо, сделаем на 15 минут. Так. Агиман. Тебе понравится волрайд. Блять, опять узкий? Он через пол карты идет. Бляха, муха. Ёб твою мать. И он какой-то странный. Я надеюсь, там хотя бы не будет реверсивного движения. Я еду перед людьми, они раскладываются, разбиваются. Мне приходится сбрасывать скорость за них. И поэтому я падаю. Поехали. Неплохо. Я прям за тобой еду, твой пакет жру. Пока. Только газ отпускай. Пока? Не, что, да. Все, накатался? Да, мне надоело, блядь, за тобой преследование играть. Я проехал. Бляха-муха! Дурак! Я проехал. Да я, короче, в моменте перекладки, она жирная, здоровая, там можно прям засейвиться, становиться и подождать кого-нибудь. Угу. Я споткнулся об маленький сосочек и отвалился от нее и улетел в сторону. Хорош. Так, мне главное после того волрайда не брать вниз резко. Просто сразу прямо заехать, чтобы она прямо ехала. А то, когда я начинаю ехать вниз, то получается беда какая-то. Поэтому, ну его нафиг сразу. Да ебучий случай. Что случилось? Ну я чё, блядь, не могу поворот пройти. Да опять нафиг! Да в том же самом месте, по той же самой траектории. От первого лица, да в это, блядь, невозможно ездить от первого лица, от третьего тоже. Нет, здесь от первого лица это не для первого лица. Бля, мне так людей жалко, они смотрят на эту хуйню, я там просто, у меня типа, знаешь, повторение одного и того же, блядь, вот. Все 15 минут я делаю одно и то же, я, короче, залажу на волрайд и падаю, блядь, на первом же повороте. Зато знаешь, такое безумие. Конечно. Надеюсь на другой результат. Я прошел. Ура. Все, я второй? Чего? И за мной чувак прошел.
Всем спасибо за просмотр. Это были Волрайды. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Квантум, Агиман, Паштет были с вами. Хочешь больше Волрайдов, таких сложных, диких? С тебя лайк, подписка, комментарий. Действительно, давно, очень давно не играли в это. Вот, считайте, учимся заново. Спасибо, пока, до скорых встреч.